За безупречное служение учительскому делу заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Любовь Сачкова поздравила педагогов с профессиональным праздником. 30 лучших учителей, тренеров и педагогов дополнительного образования получили награды. Это победители приоритетного национального проекта образования, конкурса «Учитель года», педагоги учреждения культуры и спорта, которые воспитали финалистов и участников региональных, всероссийских и международных конкурсов и турниров. Это определенный знак, определенный маяк, который указывает, что я лично как педагог двигаюсь в правильном направлении и наш педагогический коллектив создает те необходимые условия для развития образования у нас в городе. В ходе встречи наставники поделились наработками и достижениями в работе с одаренными детьми. Утвердили новую награду за безупречное служение учительскому долгу. Эта награда будет традиционной, она будет вручаться 30 педагогам города. Напомним, по словам мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова, задача власти – помочь педагогам справиться с их миссией, обеспечить условия для получения детьми качественного образования.